Вопрос номер 19. Мы очень небольшое промышленное производство, которое было недавно приобретено очень крупным холдингом. То есть маленькая компания была приобретена крупной компанией. Прошло 3 месяца. И до сих пор очень много неопределенности относительно всех изменений, относительно того, что ожидать, и относительно целей этой крупной компании. Такое ощущение, что они ставят там нереалистичные цели. Есть некий конфликт, он нарастает, и конфликт достаточно серьезный. И есть некое ощущение, что наступает некий коллапс. Что нам делать? Знаете, я эту ситуацию столько раз видел за последние 47 лет работы в этой области, в консалтинге, когда крупная компания поглощает маленькую компанию и убивает ее, душит ее. Как? Ну, маленькие компании, как правило, гибкие, они быстрее адаптируются к рынку, они бегают за каждым долларом, понимаете, делают все необходимое, чтобы быть гибкими. Крупные компании уже совсем другое, там штаб-квартира за 3 дюйм земель, они очень медленные, и они начинают доить эту маленькую компанию, которую они купили, они ей не помогают, они ее доят. И они душат ее бюрократией, и в итоге убивают. Это серьезная проблема. Что же делать в такой ситуации? Нет, это реальная проблема. Серьезная проблема, потому что здесь нужно менять штаб-квартиру. По-другому никак. И я вам очень рекомендую пользоваться методологией Адизиса. Порекомендовать обязательно тем, кто вас приобрел, привлечь консультанта Института Адизиса, просто хотя бы для лекции. Это все, что нужно. Лекция на 3 часа, чтобы открыть им глаза, показать бюрократию, которая убьет компанию, понимаете? Показать ситуацию, что вы душите ребенка в зародыше, понимаете? То есть и проблема даже не в вас, а проблема в том, что это вся компания такая, большая, застарелая. Поэтому единственный способ, да, это... То есть насадить методологию Адизиса у себя в компании, понимаете, привлечь консультанта Адизиса, чтобы мы изменили процессы в компании. Следующий вопрос, 20, который на самом деле похож на 19, поэтому я их сдвою. Мы промышленная топографическая компания, которую купил банк. То есть и управляющая компания очень жесткая корпоративная культура, то есть A. Вот, и люди начинают уходить, компания ожидает коллапс, что делать? То же самое абсолютно, как и предыдущий вопрос. То есть нужно идти, метить прямо в голову, то есть штаб-квартиру. Нужно обязательно познакомить их с методологией Адизиса. То есть очень часто нас привлекает компания маленькая, которую купила большая компания. Мы начинаем атаковать голову. Да, и потом, то есть снизу вверх не получится. Нужно атаковать сверху вниз. То есть нужно как-то добраться до штаб-квартиры. Просто убедить их, чтобы они пригласили нас всего на 1 лекцию, на 3 часа. И это откроет их глаза.